Тверь в очередной раз присоединилась к всероссийскому проекту «Киноуроки в школах нашей страны». В его рамках создаются художественные фильмы для детей и подростков. В нашем городе будут снимать короткометражку «Василек». Сейчас в школах областного центра проходят кастинги, выбирают актера на главную роль. Только сегодня автору сценария и режиссеру-постановщику фильма «Василек» предстоит посетить 10 тверских школ. Ищут умного, смелого, смекалистого мальчика, исполнителя главной роли. В фильме затрагивается тема СВО, фильм патриотичный, идеологический. И уже был кастинг большой, мы отсмотрели более 150 детей, которые приходили к нам в Кванториум. Мы выбрали всех актеров, также будут участвовать актеры драматического театра, ТЮЗа. Короткометражки будут сниматься только тверские актеры. Правда, главного героя найти пока не удалось. Но вот в одном из классов, кажется, есть подходящий типаж. Четвероклассника Ярослава приглашают пройти сцену из фильма. Посмотри, берешь сейчас, напрягай себе. Сильно напрягись. Сильно руки напряги. Еще и ноги. И ноги, все тело. А теперь резко сбрось. Выдохни. А теперь просто спроси, зачем пришла? Ты зачем пришла? Вот так. И все, понял? Понял. Ну, давайте почитаем. Киноуроки в школах Твери проходят каждый месяц. На них ученики смотрят фильмы о любви и дружбе, мужестве и верности. Всего в рамках проекта в разных регионах России снят уже 51 фильм. Каждый месяц ребята смотрят фильмы в проекте «Киноуроки России», испытывают очень много эмоций, им очень нравится. Ребята довольны, что принимают участие в данном проекте. Съемки «Василька» начнутся в мае и будут проходить в Твери и Ржеве. И уже в сентябре этого года фильм смогут посмотреть школьники всей России.